Здравствуйте, Анатолий. Это видео про ваш КПН с одуванчиком. Я запрограммировал все диафрагмы от 3,5 до 22 и фокусное расстояние 135 мм. Также я выслал вам на почту основы работы с одуванчиком и комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на объективах типа Юпитер 37А. Также я вам вышлю ссылочку на мою видеоинструкцию про то, как правильно вставлять и вынимать из камеры КПН с одуванчиком. Пожалуйста, посмотрите ее внимательно и для начала научитесь это делать без прикрепленного объектива, чтобы не сломать контакты одуванчика. Вот, как видите, это ваш переходничок, одуванчик. Крышечка. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.